Самая высокая явка по краине и становчая знака назиральника. Могилевская область подводит выники выбору депутата Палаты представников национального сходу Беларуси 6-го скликания. Представники миссии АДСНД, которые назирали за выборчим процессом на всех его этапах перед отъездом, особисто пожидали выказать свои уражения керавництву в области и старшине облвыборкама. Олеся Рыбалка с подробязностями. Назиральники от Содружности Незалежных Держав працавали у в области довольно унушальной делегации. 20 человек смогли поприсутничать во всех районах. Подчас встречи назиральники делились убаченным и дали самую высокую отзнаку выборчего процессу в области. Мы за вчерашний день были в городе Горки, посетили 9 избирательных участков. Мы остались очень довольны. Никаких нарушений мы выборного процесса не видели. Высокая степень организации процесса, а также соответствие избирательному законодательству Республики Беларусь. Хочу отметить буквально профессиональную подготовку избирательных комиссий, участковых избирательных комиссий. Выборы отбылись, тримая справоздачу старшиня облвыборкама, причем во всех 13 округах Могилевщины. Назиральники отзначили великую активность жыхароў подчас голосования, у тым лику и традиционное наведывание участков целыми семьями. Явка у области склала 81,1% от колькости выборщиков, которые были унесены у списы. Выборы прошли в такой спокойной, демократичной, открытой обстановке. Нареканий от наблюдателей, от избирателей о том, что где-то были какие-то нарушения избирательного кодекса в процессе голосования, в процессе выборов, мы в областную комиссию не получили. Представников полуночной столицы Казахстана по Уладара уразила практика дотерминового голосования. Яна отсутничая у их краине, а еще голосование на дому. Магчимость отдать свой голос, на их думку, была предоставлена каждому, кто по объективных причинах не смог прийти на участок. Их праца в регионе не обмежевалась только докладом про назирание подчас выборов. Гости казахского по Уладара выказались за развитие с белорусским райцентром Горки, где они працевали экономичных сувязев и навод побратимства. Алиса Рыбалка, Виталь Вопсев, «Новини регион».